Аварийное нежилое строение на улице Советской в Звенигороде капитально отремонтировано. Решение о восстановлении принималось совместно администрацией округа, профильными ведомствами и собственником. Глава муниципалитета отметил, что дом находится в центральной части города и портил внешний вид исторического центра. Двухэтажное здание площадью около 600 квадратных метров было построено в начале 2000-х годов под размещение ресторана и развлекательного центра. В результате пожара объект был заброшен. Работы по его ремонту провели в рамках кампании по ликвидации недостроев.